Молодежь в авиации. Новое решение и передовые технологии. С таким названием состоялась 5-я международная научно-техническая конференция молодых специалистов авиамоторостроительной отрасли. Проходила она традиционно в городе Алушта на территории пансионата «Горизонт». В рамках конференции с 16 по 20 мая участникам предоставилась возможность выступить собственными докладами. И что самое важное, подчеркнуть что-то новое, слушая работу своих коллег с других предприятий. В составе экспертной группы, которая призвана определять лучшие доклады и, соответственно, присуждать дипломы и грамоты, в этом году присутствовал легендарный авиастроитель, генеральный конструктор ОКБ имени Сергея Илюшина, доктор технических наук, профессор Генрих Новожилов. На конференции, и в частности на этой, где-то около 120 докладов. Что такое доклад? Это молодой инженер по-новому осмысливает ту или иную техническую проблему. Он слушает других, которые занимаются, может быть, соседние с ним, так сказать, ну, решением той же технической задачи. И после того, как он возвращается с этой конференции, он приезжает обогащенный новыми знаниями. И он, естественно, может все то, что он услышал нового, использовать в дальнейшем для своей работы. Поделиться опытом и поддержать молодых авиастроителей на конференцию также приехал президент Ассоциации авиадвигателестроения России, доктор технических наук, профессор Владимир Чуйко. По словам Владимира Михайловича, в странах СНГ на сегодняшний день авиапромышленность переживает не лучшие времена, и далеко не все выпускники технических вузов авиационного профиля в дальнейшем работают по специальности. Поэтому такие конференции просто необходимы. Я поблагодарил этих молодых инженеров, которые верны моторному делу, который работает сегодня в ОКБ наших, на заводах, и которые приехали сюда для того, чтобы поделиться вот своими мыслями, чтобы пообщаться с друг с другом. И в этом именно положительный смысл этой конференции. 5-я международная научно-техническая конференция молодых специалистов авиамоторостроительной отрасли завершилась церемонией награждения, где лучшие доклады отметили дипломами и грамотами. Среди награжденных были и представители запорожского предприятия ОАО «Мотор-Сич». 7 делегатов получили грамоты и дипломы разных степеней. Я не в первый год уже участвую и начинала просто с грамоты за лучший доклад. И так вот с каждым годом стараюсь наверстывать. 200 участников, свыше 120 докладов, множество дипломов и грамот. И это не результаты конференции, это статистика. А результаты подобных мероприятий ожидают не только нас, а, быть может, и весь мир совсем в недалеком будущем.